Слушай, может, ты должен показать бумагу и накрыть его? Как я тебе покажу бумагу? У меня что с собой? В кармане ну А4? Вот, Стикмен – птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Стикмен бедный стоит и крестится внизу. Господи, помоги, пожалуйста, чтобы они руки достали с пола. Или где у них они торчат. Помоги им провести, пожалуйста, ящичек аккуратненько. Очень тебя прошу, боженька, не дай мне помереть. Получается, левел называется «Юный водопроводчик». Построй водопровод так, чтобы Стикмен выбрался из-под раковины. От левой стеночки. И не теряя ни секунды, ровно через полтора часа бежим на выход. Ё-моё, вон тебе и рычаг, и ключ, и этот, и нутелла, и нутелла, и ложка, и идея в полные штаны. Покатаюсь-то я, конечно, ладно, но я до ключа допрыгнуть не могу, друзья. А скажите, долго мне еще кататься? 3 квадратных колеса, почему я не удивлен? Квадратные колеса обожаю. Так, несем аккуратно, Стикмен опять очень сильно переживает. У Стикмена потеют ладошки, он крестится, ставит крестики за спиной, молится боженьке и просит, чтобы... Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Продолжаем проходить One Level 3, всем привет! Привет, друзья, Валеришка Плей, продолжаем приключения нашего Стикмена. Погнали, друзья, бешеный шмель, вау. Какой бешеный. Какой бешеный. Ничего себе, ребята. Выкидывает бомбы. Он выкидывает бомбы, которые ровно 3 секунды и потом взрываются. Ай-яй-яй, и прям сбрасывает в тех местах, где мы бежим. Ой-ой-ой. Короче, шмель-бомбардировщик. А! Я мне на голову уронил! Ты чё, дружище? Блин, ай-яй-яй, страшно так. Как я ключ возьму? Ой! Ё-моё! Тут же ж можно, блин, вообще этим дурачком стать. Глаз будет дергаться с этими бомбами. Такое количество взрывов. Дико страшно. Сбегаем, сбегаем. Так, сейчас там взорвется и побежим. Вот еще одну сбросил. Прям между двумя. Тихо стоим. Ай, ой, ай, ай-яй-яй. Да ё-моё, я сбегу куда-нибудь. Шмель не дает убежать. Все, друзья. Так, странный транспорт. Ага, и чё? А че? Он странный. Во! Он действительно странный. Друзья, смотрите, мы перемещаемся, как на каком-то невидимом велосипеде. Вот. Взяли. Блин. Еще один. Так, погнали, друзья. Зато смысл понятен. А то не пойми, что там, где пойди туда, не знаю куда, найди ключ, которого нету. А тут все понятно. Катаешься на велике, собираешь ключи. Весело, не замысловато, не быстро. Так, оп, оп. О, открыли. Так, друзья, погнали. 231 левел пройден. Совпадение цвета. Чё? А, вон шкала, смотри, видимо, сейчас будет. Ой, шарик. Получается, мне нужно в момент, когда он достигнет квадратика беленького, стоять на фиолетовой кнопке. Вот, да. А как я до... Ключа нету. Видимо, мне не нужен ключ. Видимо, мне просто нужно стоять на кнопках того цвета, которые проходят квадрат. Ну да. А фиолетовый беги. Не быстро, друзья. И почему-то только красные и фиолетовые. Да потому что других цветов все-таки нет. Так. Ага. Зеленый? Все, зеленый появился. Справа зеленый. А ты говоришь, не будет. Все будет, побежали на зеленый. Так, оп. И все. И наконец, я думаю, это последний будет шарик. Потому что больше нету, да? Все, ребята. Очень простенько и со вкусом. Так, весы. Ага, нам нужно, получается, чаша весов так перевесить, чтобы допрыгнуть до ключа. Я могу их давить мышей, но в этот момент я не могу бежать Стикменом. Получается, мне нужно все-таки сделать перевес. Мышкой опустить весы не удастся. Придется класть туда ящики. Так, погнали, сейчас залезем на вторую чашу. Это, и будем накладывать. Накладываем это. Почем ящики на базаре? Сколько там? Это, 5 рублей за килограмм. О, хорошо и недорого. Так, берем. Берем все 6. Дайте нам, пожалуйста. Они разноцветные, веселые. Оп, допрыгнули, друзья. Спасибо. Сбежали. Спасибо. Очень-очень хорошие ящики. Нам понравилось. Так, погнали дальше. Класс.
карусель. Карусель, карусель, ай-яй-яй. Это радость для нас прокатись на нашей карусели. Я, короче, покатаюсь-то я, конечно, ладно, но это ключа допрыгнуть не могу, друзья. А скажите, долго мне еще кататься? Ну, минут... Оп, допрыгнул. Минут 20 еще. Ну да, минут 20 еще, спасибо. Так, каждому по ключу. Нас два, ага. Каждому по ключу. Ты достань тому ключ, а потом ты ключ. Ага, потом... И каждому будет ключ. Правильно, этот сюда, а там Коля. А как сбежать? А хотя бы одним или двумя? Хотя бы двумя. Побежали хотя бы двумя. Так. О, нет, ненавижу. Темень, вырви глаз. Но мы этот, прохаванный, знаем. А, походу, предметы все на тех же местах, видимо, да? Или нет? Да. Непонятно. Да. Дверь там же, Коля там же. Давай. Мои любимые колья там же. А там что? Рубильничек. О! Все там же, друзья. И ключ, наверное, там же. За лифтом. Ой. О! Ключ! Не там был, друзья. Блин. Ключ, сюрприз. Так, погнали. Краски. Ай! Я умер. На краске только надо, видимо. А что она красной стала? Зеленая. Получается, я могу прыгать только по зеленым, но они становятся красными. И назад не возвращаются. Блин, Стихман, прости. Прости, дружок. Да, ребята, Стихман у нас в этот раз недолгожитель. Стихман птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Стихман попрыгун. Но мне ж, а как я потом по красным вернусь, если я по красным прыгать не могу? Ребята, что делать? А, вот сюда можно, оп, и вот сюда, и вот туда, птю! А потом получится, а как потом? Зажгли все зеленым, друзья! Я чуть было не расстроился, но успел вовремя обрадоваться. Так, на одном дыхании. Я бегу, не могу остановиться, смотри. Ой, друзья, я не могу. А как теперь? Ай! Да и что ж такое, друзья? Я туда не допрыгиваю. Ай. Ой. А если до той деревяшки, может быть, надо допрыгнуть? Ой! Нет, я до нее не допрыгиваю. А, все! Ой! Друзья! Ё-моё, я от той деревяшки должен оттолкнуться и попасть на рубильник. Точно! Семён Семёныч, а мы, короче, не додумал. Нет. Нет, это было кабинет очевидности. Я здесь. Я здесь, друзья. Стихман, я здесь. Мёртвый Стихман, я тоже здесь. А живой Стихман будет? Не будет. Так, погнали. Все Стихманы у нас сегодня только неживые. Так, запрыгиваем. Оп, вот туда. А теперь на обратном пути забираем ключ. Отталкиваемся от стеночки. Сейчас от левой стеночки. И не теряя ни секунды, ровно через полтора часа бежим на выход. Друзья, шаг за шагом. Белым стало. Белым стало. На красный, получается, я не могу. Только на зеленые. О май гад. И они становятся белыми. Ай. Там три красных. Оп-оп-оп. Ага. Так, ждать пока зеленые. А по белым я потом бежать, интересно, могу обратно? Мне же за ключом потом возвращаться. Так, вот зеленый. Так, там подождем, пока сейчас зажжется тоже зеленый. Ребята, какие-то левелы длиннющие пошли. 239 уже. Говорят, в этой игре 288 левела. Мы скоро с вами пройдем One Level 3. Опа. Так. Главное тут не ошибиться. Ой. Зеленый, ждем зеленого. Побежали, все, друзья, все белые. И по белому можно пройтись. Последний красный сейчас будет, ребята. Главное не опростоволоситься в конце. Верим, погнали. Верим так. В команду. Воу. Это босс? Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. А он делает камень. Блин. А я его ранил, но умер. Друзья, получается, я должен выбирать ту фигуру, которую он показывает? Или нет? Я не пойму, что там. И я умираю. Короче, какой-то слушай, может, ты должен показать бумагу и накрыть его? Как я тебе покажу бумагу? У меня что с собой? В кармане А4? Вот, смотри, вот. Это ладошка, это означает камень, ножницы и бумага. А. Бумага накрывает камень. Да? А ножницы? А ножницы? Режут бумагу.
Ой. Ребята, а мне кажется, кодовый замок. Ай! Кстати, на кулак тоже падать нельзя. Что тебе кажется? Там не зря кодовый замок, ребята. Мне кажется, смотрите, у нас 0 пальцев зажато, 5 пальцев открыто и 2. 5, 2. А ну 0, давай попробуем. 5, 2, 0. Да! Друзья, 5, 2, 0. Упс. Упс! Интересно, что такое упс? Упс! Они исчезают! Упс. Вот тебе и упс! Ребята, самый настоящий упс. Так, получается, я должен не больше, чем по трем прыгнуть, чтобы по двум потом вернуться. А я уже стратил кря. Так, ребята, не более, чем по трем. Оп, оп, упс. Все, и по двум этим я должен вернуться. Ай! Ай-яй-яй! Есть! Пробежали, друзья! Ящик. Так, поднимаем. Получается, ящик нужно положить на кнопку. Но провести его мимо кольев. Аккуратненько висем, висем, висем. Ай! Ё-моё! И Стихман сдох. Чудеса! Что творится в этом левеле, я не знаю. Может, поверху? Стихман бедный стоит и крестится внизу. Господи, помоги, пожалуйста, чтобы они руки достали с пола. Или где у них они торчат. Помоги им провести, пожалуйста, ящичек аккуратненько. Очень тебя прошу, боженька, не дай мне помереть. Храни меня, Господь. Они уже почти довели ящик до кнопочки. Стоит бедняжка. Стихман, не боись, мы все умеем. Все, дверь открыта. Так, сбежали, друзья, погнали дальше. Номера левела нету. И что такое? А! Ой, а я а как? А, видимо, перепрыгивать их надо, друзья. Я с перепугу. Ничего не понял. Но теперь я все понял. Я же ниндзя. Стихман ниндзя. Стихман скушал волшебных этих пилюлек. Так, открылся ключ. Получается, мы тем же макаром должны перемещаться обратно. Йопс. Оп. Ребята, так у нас Стихман цирковой. Обалдеть! Прям как Родя у нас в этом в айскриме. Опля! Але! Оп! Род птица горная. Пока пендали не получит, не полетит. Точняк, друзья. Есть идеи. Лера, есть идеи? Есть мысли. Есть мысли. Есть только мысли, да, как Лера всегда говорит. Не, и ребята, ни идей, ни денег, ничего, ни. Есть идеи, что за рычаг? Ни нутеллы, ни ложки. Где рычаг? Я не вижу ни одного. Ну вон, вон, черный. Висюлька висит. Ну висюльку я вижу, но я до нее допрыгнуть не могу, ничего с ней не происходит. Висюлька! Висюлька! Ребята, непонятно, что делать. Никуда не нажимается. Есть идеи? Нету идей. Ну, видимо, идеей это должна быть лампочка. Судя по тому, что темень дикая, мы должны где-то найти свет. Идем на свет! Ой, это была электричка, оказывается, в тоннеле светила нам фонариком, а мы-то думали, это лампочка. Друзья. Во! Я лампочку зажгу. А ну. Лампочка зажглась. Ё-моё, вон тебе и рычаг, и ключ. И этот, и нутелла. И нутелла, и ложка, и идея в полные штаны. Побежали. Есть идеи, есть идеи, все. Есть идеи, мы зажгли лампочку, появился свет, сбегаем. 244 уровень пройден. Меткий стрелок, трубы внизу, пушка. Ребята, меткий стрелок. Получается, мы должны сейчас выстроить эти трубы таким макаром, чтобы они попали на рубильник. А и крутить я их не могу. Значит, тогда это лишнее. Убираем нафиг. Так. А как мне выйти отсюда? Оп. А, лифт пошел. А лифт мне что-то не сильно помог нашему Стихману. Получается, нужно выстраивать до ключа эти все трубы. Это, у нас получается левел называется «Юный водопроводчик». Построй водопровод так, чтобы Стихман выбрался из-под раковины. Друзья, строим, строим, строим. Так, все. О, а что она мимо пролетела, мимо последней? Получается, чуть ниже, может быть, надо? А ну, опускаем, друзья. Сейчас все получится. Стихман, подожди, не тони там. Сейчас мы тебя освободим из-под раковины. Опа, ключ. Есть! Сбежали! Сейчас главное Стихмана не убить из своей же пушки, чтобы в канализацию не засосало, друзья, нашими трубами. Три квадратных колеса. Почему я не удивлен? Квадратные колеса обожаю. А как мне, получается... Они в произвольном порядке. Мне нужно попасть на него тогда, когда он
тепло без кольев наверху. Да, вот так. Ждем второй. Ай, первый стал таким. Да чё ж такое, а как же ж тогда? Лё, у меня Стикман крутится по квадратному колесу мертвенький. Так, оп. Ждем. Оп. Ребята, надо еще успеть. Обалдеть, успел, друзья. Квадратные колеса обожаем. Так, по 5, собирать цвета. Это мы помним, нужно собрать 5 одного цвета. Но последний должен быть центральный. Потому что если мы соберем 3 подряд одного цвета, исчезнут только эти 3. А нам нужно, чтобы исчезли 5. Вы все поняли, друзья? Лера, ты поняла? Нет, ну, Лера не поняла. Ничего не понятно. Так. Сначала 2 делаем, верхние, 2 нижние и центральный потом только. Все, есть, друзья, 2 нижних, красненькие, 2 верхних, красненькие. И только потом центральный. Лера, теперь ты поняла? Да. Все, ребята. Капитан очевидности, я здесь. Я здесь, Лера наконец поняла. Так, коричневые. 2 верхних, 2 нижних делаем зелеными. Оп, зеленый по центру. Ребята, собирали мы долго, ящички перекрашивали. Так, оп, тут нам в принципе не нужен. Побежали за ключом. Тут нам как раз пригодится, если тебя вдруг начнет в коле угораздивать. А, ну да, если я в коле захочу побежать. Ай, бегу, бегу в коле, смотри. Так, погнали. Ой, кря. Ребята, ключик надо тащить. А я не понял и сделал ключик у кря. И Стикман наш повторил. Так, несем аккуратно. Стикман опять очень сильно переживает. У Стикмана потеют ладошки. Он крестится, ставит крестики за спиной, молится боженьки и просит, чтобы у нас руки были достаточно с одного места. Так. С заднего. Погнали, друзья. Нет, все нормально. Руки на месте. Пронесем ключ, ни разу ни об что не зацепив. Так, и обходим поле. Да не, Лера, не это. Все нормально будет. Сейчас пронесем ключ прям в этот, в дверцу вставим. Ай, ой, как быстро. Он, кстати, с разной скоростью почему-то перемещается в зависимости от места, где он находится. И давай прям к двери. Стикман, не боись, все. Выбрались, друзья. Запрыгивай, прокачу. Ого, скорость, как я запрыгну, там Коля везде. Друзья, поддержите лайком это видео, если оно наберет 10 тысяч лайков, мы обязательно продолжим играть в One Level 3. И напишите в комментариях, продолжать ли нам играть в эту игру. Мы стараемся только для вас, потому что вы у нас кто? Самые лучшие. Очень вас любим, друзья. Всем пока-пока. Ссылочки на все наши каналы в описании. Не пропусти новые серии.